of Jesus Christ. Yo, my man, DJ Hardy, shit this motherfucker beat his nuts. Begging it ain't them tweakers, didn't wanna be leaving now. Little did they know that there was a motherfucker be surprised. Spawn out in my own zone. Ready for the days, yo! What the fuck, I can't stop. And I always see this motherfucker hell. Can't fuck it, I'm gonna feel it, I'm breathing. Can't fall. When I get home, I'm gonna jump my own throat, man. My mind is hungry, cause I can't stop. My music working on the techno ring. I can take it on the board, let's go. When I'm there, I will do my hair, but you lose the most. Play on, I'm the fucking geek, that's going on. I'm fucking the deep, I know what I want. I'm just making me a little bit of motherfucking jump. Концерт, ура, ура, мы отстрелялись. Все эти тексты теперь можно выкинуть. Ну, может быть, за исключением парочек песен. Едем в Питер на панк-елку. Будем веселиться. Повысился, доллар повысился, поэтому я никуда не поеду. А буду писать вторую пластинку. Надеюсь, успеть до нашего тура. Продвинуться серьезно по этой работе. Всем с Новым годом! Только все равно было. Come back to Iowa Scott. Come on, 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 come on
Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, все. Сегодняшний концерт каверов, который был 19 декабря 2014 года, для меня был трудным, но продуктивным. Следующий концерт каверов будет трудным. Шестой кавер-шоу позади. Все очень круто, все такие молодцы. Даже присоединяйся. Все такие молодцы, такие крутые, такие крутые песни сегодня играли. Такой отзывчивый зал. Никитос сегодня раскрылся просто с новой стороны. Мне было круто. Он прям даже одну песню играл на басу и пел. Чего я обычно делаю? Я либо играю, а тут я даже играю. Кстати, я один раз играл, мне сегодня сказали, я правда этого не помню. В прошлый раз, когда я играл. Что я играл на барабанах и пел. Да? Да. Что еще надо сказать? А, всех с Новым годом. А, планы на новогодние каникулы, значит, все разъезжаются по отпускам. Евро купил, да? Я собираюсь поехать в горы. Либо на Донбай, либо Горный Алтай. Скорее всего, Горный Алтай. К друзьям барнаульцам мы будем дико вонзать на сноубордах в Шерегеш. Шикарно. Вот так вот. Так что буду подвергать опасности свое здоровье. Если там прямо оплачивать карту, там дешевле получается. I just wanna leave you alone.
знаешь, потому что никогда так тяжело еще все не училось. Там никогда так много техники в голове не вываливалось просто напрочь. До последнего. Это потому что давно этого не делали, и мозги заскорузли. Может быть. Может просто они стареют. Ну, в общем, это было... Вот я и с ноги общался, и тяжело. И я просто прям буквально с некоторые типа сплена, где сплошные аллегории, они меня вовлекают. Вот эти образы он там навалил. Саша Васильев просто гениально. Но это... Но меня уводит дальше просто куда-то. Я что-то начинаю представлять, что-то думать. И все, я понимаю, что я уже... Это уже не та строчка. Меня уводит в другую сторону. И это даже круто, но это тяжело. Да. Вообще, спасибо людям, что пришли и опять поддержали наш этот бардачок веселый. Мы от них ждали. Как родилось, сделай тише. Буквально такие Рубен выписан в... на концерт из дружества пришел побежать спеть с Никитосом и с Дуду вместе в Bon Jovi It's My Life. Вот. А в Эльмёрках происходит всякое разное, и вот пошла идея, мысль как-то пошутить безобидно. Понимаю, что все это поймут, кто скажет, что это плохо, наверное, но вот. Но, мне кажется, мы оттянулись, и народ там вернулся, потому что лица слышал эту реакцию. Людям было смешно. Мне очень важен твой пол, знать возраст тоже не лишнее. Какой еще герой, он не нужен нам.